Перестрелка, да, контактная, хорошо. Имею в виду. Перестрелка. Я понял, что контактная, имею в виду, что такая именно. Я хотел сказать, что никакого нагоря желать. Да, да. Ну, я не знаю, что там сгенерируется, но там ну, не понятно. Стоит специально, чтобы много холмов было. Всем привет. Привет, мои стратегические жевжики. Вы видите, слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. И опять дуэлька с Феонором. Теперь на контактной карте. На выбор Германию или Сангай я решил взять Сангай. Блин, интересное место появления, конечно. Но я бы не уходил отсюда. Я вот сверху вот так гляну чет или тут лучше гляну? Давайте так гляну лучше. Ага. Ну, типа на развитие долго играть так себе место, но для воли вполне, что я тут встану. Жалко единственное, что вот это озера, а не моря. Но, хотя, может быть, надо было на этот холм встать. Черт, я вот сейчас подумал, что, наверное, на холм надо было. Да, немножко тупанул. Пантеончик на лагеря неплохо зайдет, да? Тут, я думаю, скорее всего, лошади будут. Феонор тоже поставил сразу город. Давайте глянем, что у него. Но у меня производство повыше. То есть он тоже не на холме. Он не на холме поставил. А, хотя, с другой стороны, может, на холме, но обрабатывает. Ладно, в данном случае это уже не важно. Так, а где у нас край карты? Ага. То есть я в верхнем правом углу карты нахожусь. Какие-то горы. Так, у Сангая способности тройное. Деньги получаем с лагерей. И через речку нормально атакуют. А у Германии там 67% на то, что 25 денег с лагерей и юниты на вашу территорию. Но у него главное содержание юнитов дешевле. Так, наверное, уберу рожу. Я, наверное... Ладно, так оставлю пока. Все равно один ход скаут строится. Я население с руинки получил. Приятненько. Так, я бы далеко не уходил дуболомом, честно говоря. Давайте вот так за два хода быстрее построим скаута. Но приятненько это, когда у тебя город вырос до двух. Чудо такое себе. И ты третьего жителя получаешь. Ладно, пошли пока дальше. Я тут скаутом, видимо, побегаю. О. Блин, вон у него уже... Этот прибежал. Так и думал, что здесь будут лошади. Честно говоря. Я бы лагерь открывал. Не, давайте амбар... Святилище, точнее, давайте. Хочу пантеон на лагеря забрать. Так. У него еды чуть больше пока. Он не успел уйти. Так долго думал, уходить, не уходить. Ну, чудо он, видимо, еще не видит. Но он недалеко получается, если так. Если мы так рано встретились на шестом ходу. И он дуболом, это даже не скаутом, а дуболомом он меня нашел. Да, тут точно надо на лагеря брать. Смотри, тут еще дофига. Религию будем с уникального здания набивать.
Да, он, наверное, все-таки где-то здесь, скорее всего. Но вообще столица не очень хорошо расположена. В том плане, что мне тяжеловато будет. А, не, вот уже. Вот уже его городочек. Сюда прыгнем. Ну, я должен увидеть отсюда Берлин. У нас операция «Увидеть Берлин и не умереть». А он уже до трех вырос. Так, святилище. Мне тут, я считаю, что важным этот пантеон получить. Идем на помощь забрать этот лагерь. Слушай, вопрос. А мы с Эльдорадо что делать будем? Вешки отдавать деньги или нет? Да, если ты его встретил. Ну, просто опять... смысл играть дальше, если человек за 500 монет посела покупает. Это плюс один город просто... Значит, он где-то там Эльдорадо встретил, да? Да. Пятьдесят монет, нормально. Когда отдавать будешь? Да, еще вот этот спадет, я там немножко походил по территории просто. Я, скажем так, у меня пока деньги есть сверху, я тратить лишнего ничего не буду. Ну и надо прям сразу отдать, как считаешь? Как надо? Ну, я бы сразу отдавал. Точно? Ну да, ну то есть просто сразу 500 монет, как только ты не у тебя есть. Просто может быть не быть ГГшкой. Хорошо. Встреченной. Хорошо. Культурная, приятненькая. Так, ну что, у нас тут два ресурса роскоши. Третий, четвертый. Но вот это, наверное, немцы будут. Так, Ватиканы. О! Блин, можно было святилище не строить, черт. Ну ладно, что ж поделать. Так, рабочего поехали. Я возьму все-таки на лагеря, пожалуй. Я тут не вижу, с чего мне кучу веры получать, а вот лагеря с кучей еды, это круто будет. Еще одна. Так, ну эту, по-моему, я не первый встретил. Две религиозных ГГшки, конечно, прикол. Thank you.
Так, я бы у кого-нибудь из этой ГГшки рабочего украл и, наверное... Ой, куда бы я первый город ввел? Я бы, наверное, сюда куда-то ставил. Вот на этот перешеек, скорее всего. Он тут влезет где-то один город рядом с чудом. Сюда. Пока непонятно, честно говоря. Так, а вот этот лагерь никто из них не хочет, чтобы я захватил. Было бы очень здорово, если бы кто-нибудь из них хотел, чтобы я этот лагерь захватил. Так. Он еще второй не примет. Но он раньше примет, потому что у него больше... Больше культуры за счет Бухареста. Хотя, может быть, монумент не строил? О, Ватикан мне дань хочет дать. Так это же зашибись. Так, как может, и Иерусалим хочет? К нему поближе подойти надо. Раз, два, три, четыре. Три, четыре, пять. Так одинаково ж. Или мне этим скаутом поближе? Странно, почему... Честно говоря, не очень понятно, почему мне Ватикан дал Иерусалим. Единственное, может быть, у Иерусалима уже юниты есть какие-то. Но все равно. Че, возвращай. Там ему уже не дают пройти, да? Плюс еще 50 монет, чем плохо. И надо будет лучникам возвращаться в Гао. Так, после охоты давайте сразу календарь, потом... пирамиды. Тут сейчас встану и буду просто лечиться, пока не вылечится. 95 золота, зашибись. Так, у него уже 4 жителя. И, наверное... Да, и Либерти уже принято. Я тут, конечно, отстаю с расселением. Так, этим стоим, лечимся. Зато территория более-менее понятна. Он сейчас сюда пойдет. Я сюда прыгну, сюда, чтобы он не вышел. Я повижу озерный город прям какой-то. Ну да, вот такое место, видишь. Если бы там моря были, было бы прикольнее. Ну, мечтал все, моря. Да. А, он взял пантеон на серебро. Вера и культура с него. Ну, прикольно. Что я могу сказать. И он первый религию точно взял. Мне надо Стоунхендж строить. К сожалению. Вместо пирамиды. Пирамиды, видимо, он заберет. Потому что я не могу ему отдавать полностью религию. Это плохо.
Ой, слушайте, а зачем я посела строю? Блин. Чё-то я сейчас тупанул совсем. Мне не надо было посела строить, пока я не приму вот эту фигню. Чё там, убило его? Да, убили ему скаута, зашибись. Ну, тут надо лагеря строить. Так, а что по армии? У нее тоже должно быть. Нет, у меня больше. То есть он пока ни одного лагеря, ну, не смог забрать, получить. Блин, как неудачно этот появился. Ладно, пойду так. Просто я хотел сюда работникам прыгнуть, чтобы уже этот лагерь обрабатывать. А получается, ждать придется. Блин, причем мне надо сначала меха обрабатывать. Блин. Так, знаете что, пошли поможем. Не думаю, что меня тут могут лошадей разграбить. Хрена себе лупасят, конечно. Так, а вот теперь я зря торможу с сеттлером, потому что теперь его надо строить. Потому что он уже плюс 50% мы имеем. Амбар, смысл мне сейчас в амбаре. А вот после посела амбар норм будет. Не хочу красть. Я бы Ватикана на самом деле украл, но когда уже тут будет, будут города стоять. Блин, приперся туда, надо лучника.
Ну, пошли. Так, он не должен вроде... Он куда-то либо сюда прыгнул. Да, и, наверное, блин, далековато. Может, сюда поставить? Я сюда вот просто поставлю город. Он у Занзибара украл рабочего. Я думаю, я через честь дальше пойду. Ну чё он, ходи куда-нибудь. Не знаю. Наверное, все-таки надо чуть ниже ставить город. Тут все равно ниже больше никакой город не влезет. Я бы, наверное, вообще на овец поставил. Надо сахар обработать. Фига, там Бухарест кошмарит. Нельзя, чтобы сейчас росли города. Так, у него тоже деньги есть, в принципе. Армия вроде у меня больше, потому что я меньше, он меньше тратит на содержание. Я думаю, тоже два лучника и дуболом, но у него без скаута. Так, ну давайте Стоунхендж, конечно, фигово, не растет. А он третий город вообще планирует вставить? Что-то не... Не, подождите. Что-то не видать. А что у него со счастьем? Ну, счастье есть. Чё, где третий город?
Так, давайте мы тут вырастим все-таки на один. И после этого начну посело строить. Потому что у меня сейчас этот рабочий пойдет здесь все обрабатывать. А, блин, Ватикан хочет. Придется Иерусалима все-таки рабочего, видимо, красть. Что Ватикан хочет этот лагерь, который я, несомненно, выполню его эту просьбу. Где-то тут должен быть Эльдорадо, наверное. А, вот куда он. Это он просто долго вел почему-то его. Так, ну у меня четвертый, наверное, здесь будет. Ой, извините. Нет, уж так. Одинаково абсолютно по выхлопу. Кстати, Мюнхен колясками берется. Может, мне не выделываться, просто в коляске сейчас ломануть и все. Ну, если коляски я уже открыл. Так, вот следующим ходом мы, по идее, должны забрать этого рабочего. Давайте коляски строить. 4, ну вообще 12 ходов. Да, должны построить. Так, что по армиям? У него все еще мало. Вот он, гад. На последней секунде вот это делать. Но он пирамиды построил, да. Мне, к сожалению, Стоунхендж надо строить, а не пирамиды. Не, давайте этих обстреливать. Мне тут копейщики больше не нравятся. Я не думаю, что он видел моего скаута. Попробуем вот этого забрать рабочего. Вот он явно закрывает волю. Да, практически закрыл. Но я в честь пойду. У меня очень мало культуры, к сожалению, по сравнению с ним. Ну, честь мне будет давать, во-первых, культуру с варваров. То есть я быстрее ее буду дальше закрывать. Во-вторых, генерала. Будем удалять рабочего.
Так, вот смотрите, убийство копья дает 10 культуры. Так. Ну, да, придется куда-то сюда везти. Сюда, типа... Ну, вообще, наверное, сюда давайте. Так. Коляски. Ну, просто Мюнхен так стоит, что его прям четырьмя колясками любо-дорого. По-моему. Блин, я, наверное, не... Ой, тут минус скаут. Так, еще культурка. Наверное, дополнительно тут быстрее будет коляска. Да, забыл я про рабочего там. Просто... О! А как он нашел Эльдорадо, но не нашел руинку? Хотелось бы, конечно, этот лагерь убить, но нам надо быстрее с Мюнхеном разбираться, это веселее, как минимум. Это как минимум веселее. Население нормально. Причем в ГАУ дали, отлично. Так, я этого в меткалуке апну. Этим ведем город пока ставить. Позволю заметить, было благородно с той стороны не удалять, не просто-напросто. Да я не успел. Я другим был занят. Так бы удалил, конечно. Короче, тут за Эльдорадо спрячусь и буду лечиться. Блин. Это хреново. Нам надо нападать сразу четырьмя. Нету смысла. Двумя. Мы быстрее их потеряем, чем... О, железо надо открыть. Ну, не буду обращать внимания на этого
Придется бежать, там, наверное, меткалук надо будет строить. Блин, аж два юнита туда несутся. Черт. Ладно. Порушит, мы восстановим. Наверное, дорогу надо вот тут провести. Ах, тебе ладно. Между Гао и Джине сделаю дорогу. Так, тут стоим, лечимся. Но он коляски тоже сделал. Так что вряд ли мы Мюнхен возьмем. Отлично. 125 монет, это приятненько. Надо еще лошадей обрабатывать. Что, пошли к ним. Стоим. Ну, тяжело атаковать теперь, честно говоря. Он решил мне зачем-то дуболома убить, типа, чтобы я город не взял. Надо, я думаю, в рынки идти. Блин, мисклик. Но он бы все равно его атаковал. Но я бы не потерял юнит хотя бы. То есть я-то эту убью этого лучника, скорее всего.
Да блин, что так хреново обстреливает город? Фак, эти меня задолбали. Смотрите, сколько там этих юнитов. Просто трындец. Да что, честно? Так, кстати, я генерала сейчас получу. Да, видите, я не могу никак спасти. Надо будет убивать просто лучника и все. Прикиньте, я его не убил. Так, генерала. Наверное, надо сначала стрелять, потом эту уводить. Я могу эту спасти, ведь у меня есть лечение здесь. Но меткалука надо убить. Просто он так Мюнхен поставил, что его прям хочется забрать. Мне кажется, это ошибка. Кайф, у него уже религия. Убил, да. Господи, сколько вас сюда прется? Ну сколько можно? Блин, ну мне нужен Стоунхендж, я не знаю. Ай, блин. Ну а если бы я этот лагерь подружился бы с этими, тоже было бы куча веры. Шьёрт, побери. Ну, конечно, перекрикиваешь писи. Еще я могу сказать. Извините. Сейчас тут дорогу надо сделать. Так, пошли ремонтировать хоть что-то. Плюс у меня, ну, для рукопашных, правда, юнитов. Вот это мне надо быстрее как-то
военную традицию. Так, а он закрыл? Либерти закрыл. И что он взял, интересно? Ну, генерала я у него не вижу. Знаете, что я подумал? Все это время, пока тут сидел рабочий, я мог дорогу строить. В общем-то, сейчас это и надо делать. Господи, как мне с этим лагерем разобраться? Это какой-то трындец. Этот ко мне прется, и этот ко мне. С другой стороны, конечно, я получаю культуру, но... Мне такое ощущение, что надо отступать и разбираться с лагерями реально. Если бы еще Иерусалим хотел вот этот лагерь убить, я был бы так счастлив. Не, ну он этим походил, что надо все-таки добить. Но вообще нам надо сваливать отсюда. К сожалению. Да, ну что это такое? Почему так мало? Что? Почему урона так мало? Ну фигня, всего-то, сколько там хп осталось, всего ничего. Просто займусь этим лагерем. Ну, поменяйтесь местами, ну что за... О. Так. Блин, все разграбили уже тут, все. Купить эту клетку, чтобы какое-нибудь производство побольше было. Да, но мне кажется, тут что-то хреново у меня.
О. Блин, ну сейчас заберут без меня ж, наверное, лагерь. Ну, вообще, по демографии не так все плохо, как я думал. Но там у него религия. И... Ну и вообще. Не забрали, охренеть. Вот это везука. Так, теперь надо тут разобраться, наконец. Надо сверху еще посмотреть. Странно, что он четвертый город не ставит. Так, а у меня сколько до генерала? 21 очко. Так, слушайте, если у меня будет два генерала, то, в принципе, можно пробовать здесь крепости ставить. Он лучше клетки обрабатывает, потому что у него пирамида и плюс взято вот это гражданство. А я, видите, по чести пошел. Но у него культуры больше. За счет пагод еще вот это. У него Бухарест был. За счет Эльдорадо долго в союзниках. Мне бы в мое уникальное здание выйти. Там храм, который культуру дает. Так, тут надо меха сначала улучшить будет. Ну и здесь я, наверное, дорогу проведу. Я могу коляски строить, мне кажется, уже сейчас. Хотя... Конечно, минус пятый цел, что нельзя на озерах корабли строить. Это да. Да вообще, что тут есть разделение на морские и наземные караваны, что тупо. В шестерке ж этого нету. Просто строишь караван, все. Ну да, но я бы не сказал, что это совсем. Да тупо. Ну а почему? А почему это должно как-то отличаться вообще? И в этом плане еще нравится в этом Вентбрук, по-моему, где есть два разных вида караванов, а в итоге они просто становятся одним и тем же после какой-то техники. Нет, Бентурс тоже, как и в шестерке, просто караваны, все. Нет, там, по-моему, идет сначала разделение, ну почти там
с одной из первых же тех, там пофиг уже становится, морской, не морской, караван идут как в шестерке после этого. Не, по-моему, нет, там просто не, караван и все. Может, там какое-то обновление исправили, я просто, может, я давненько играл, еще когда она там недавно, ну, только-только вышла, поэтому, ну, именно дополнение только вышло, вот. Слушайте, ну меня очень вот это захват лагерей 50 монет, которые дают, это очень мне помогает, честно говоря. А ты четвертый город будешь ставить? Ну да, что? Беспокоюсь. Ставишь это в три города ты? Да. Мне кажется, Мюнхен все-таки он... Не знаю. Я бы, ну, возможно, прямо... А ты, кстати, пятый 3. Потом ставить будешь? Конечно, я буду ставить как можно больше городов. Просто я на карту как бы смотрю. Так, а что всего 0? А, то есть на варваров тебе пофиг, но стоило мне случайно туда встать, так все. У меня варвары в другом месте были, господи. У меня варваров тут просто даже... Я скорее меня варвары напрягают, чем ты. У меня вот прямо... Да я не пытаюсь напрягать. У меня было вот 4 лагеря варваров. В верхнем правом, углу, в нижнем правом углу. Вот там, где твой этот дуболом стоит, и еще между Иерусалимом и Ватиканом. Прикольно. Слушайте, может храм Артемиды попробовать? И тогда уже точно... Ладно. Да у меня лагерей тоже хватает. Просто я пока, так сказать, оборонительную тактику против них веду. Фак. Это вот я неудачно. Ну ты... Ну это какой-то прикол со стороны Вала. Какой именно? Как он умудрился вообще? Он появился? Я так понимаю, тут новый юнит появился. Да. Вот. Появился новый юнит, и убил мне дуболова. Чё за хрень? Ну, еще одна тупость, которую я считаю в пятерке, что варвары появляются и в этот же ход ходят. Вот тут согласен. Кажется, что это тупо. Тупость. Ну, появись. То есть, у меня главное, вот если я куплю бер юнит, он не может ходить в этот же ход. А у варваров нормально, чё? Не, ну может оно считается, как если бы они построили юнит. Да что ты за моей коляской-то бегаешь? Отстань. Нравится она мне. Ну какой посидеть поразвиваться на контактной карте? Ну серьезно? Шучу.
Ой. Вот начался. Так, а мне надо чем-то город захватывать, получается. Так, ну мне надо тогда... А я не открыл всадников? Не открыл. Мне бы храм Зевса еще строить, а не Артемиду на самом деле. Это немножко, конечно, странно. Так. Или скаута построить быстренько. Давайте скаута. Попробуем скаутом захватывать. Или Мюнхен стоило обстреливать. Нет, спасу. Все, принять, она 50% больше опыта дает. Да, генерала я, конечно, тут нормально набил. Блин, не знаю, не хочется мне тратить генерала сейчас. Мне кажется, мы должны и так взять. Странно, вроде армия у тебя не особо больше, но это напрягает. А я ж честь взял, а ты не взял. То есть у меня плюс 15% сверху от генерала. И плюс я на 50% опыта получаю больше, чем ты. Соответственно, я лечусь чаще. Есть такое. Есть такое. Повышение. А генерала ты откуда взял, если не секрет? С чести или с воли? С чести, я же говорю. Просто там посмотри воли, этот воинский код. Это я в курсе, это... Я просто говорю, с чего мне интересно. Блин, надо было спасти. Это я зря. Может быть, не хватит сейчас. Так, а давайте мы, наверное, посилы типа вместо Мюнхена поставим. А, у тебя еще и ускоряется набивание генерала, да? Ну, да. Типа этот воинский код, он дает генерала и на 50% ускоряет второго, то есть у меня уже два. Ну, конечно, город... Я даже знаю, а как вот ты поставил бы на моем месте этот город? На драгоценность. Я понимаю, что там Гамбург, ну, хотя бы
за горой, то есть они вот так. У меня была мысль, короче, ниже поставить, типа на холм. Ну, слева от озера, но мне что-то... Пока повою. Ну что, убьет мне его? Да, цари, не хватило скаута, оказывается. Для чего скаута не хватило? Ну, чтобы ты его пострелял, смысле, чтобы да. Он выстоял, я бы забрал город. Я думал на холм левее поставить, ну, вот этот, и озеро, но я подумал, мне кажется, туда, там еще лучше подход тебе был бы, всякими колясками и прочим. Вот такое ощущение. Так, в смысле, ты поставил прям конкретно тут поля у тебя перед городом. Какой еще, как еще хуже можно? Не, смотри, поля есть, только получается, я в подступлении за озеро не могу вправо, а, ну, хотя, в принципе, то же самое и вышло. Надо было аж левее вот на пустынный холм, наверное, ставить. Блин, ну чё мне тут... Какой мне юнит? Так, сколько тут копейщик? 4 хода. А в столице... 3. Но он будет идти дольше. Давайте здесь копейщика. Тут бы лес подрубить, наверное. Так, я тут встал, я думаю, что здесь лагерей уже не будет. Хочется верить. Просто надо держать сниженную... Ну, должны вроде забрать. Конечно, надо было вместо скаута просто сделать... копейщика тогда, и я бы сейчас уже мог забирать город. Вместо этого, видите, пожадничал. Не хочется тут крепости ставить, мы должны и так взять, по идее. Ну а смысл есть вырубать? Вообще есть, ладно, это на метка лука пойдет. Да и может колясок лучше? Коляска-то побыстрее будет. Отсюда тем более метка лука далеко бежать, то есть здесь лучше коляска. Тут метка лука надо будет добить. Сейчас он может генерала, кстати, захватить. Господи, у меня тут скаут этот, я никак не могу его. Покажу, у тебя еще наука даже есть пока. Так я... Каждый лагерь 50 монет мне дает. Я вот эти 4 лагеря, собственно, считай, 200 монет дали. А еще вот тут котелагерь есть.
нравится, какие же разные проблемы у воли и традиции. Это да. Блин, выжил. За, при игре через традицию не знаешь, где рабочих столько найти, а при игре через волю не знаешь, куда их деть. Ну, ты пирамиды просто построил. Я тебя поэтому есть быстро такое. Все обработал. У меня-то не хватает вообще ни на что. У тебя ты пирамиды сколько? Это уже начал строить к тому моменту или... Нет. Нет, я Стоунхендж сразу строил. Ну, потому что иначе я религию не возьму. Ты понимаешь, что я беру тот же самый контур, что и в прошлый раз. А ты взял тот же самый пантеон, который вот... Я сегодня решил посмотреть какую-то там дуэльку твою за Австрию. Вот как раз. И ты точно такой же пантеон. В каком-то смысле, да. И совпадение, совпадение, блин, мне не хватает сил. Блин, вот я бы купил, сделал бы тогда копейщика, я бы его захватил. Ну что такое, Лёша, что с тобой? Фак. Просто фак какой-то. Трындец. И опять сейчас заново начинать. Просто тупо из-за скаута вместо копья. Там забирался город уже, все. Охренеть. Ну, это что, под этим баром какие-то юниты стоят? Возможно. Или это вары там какие-то стоят, не забиты. Кто знает. Если понравился момент, что когда я украл рабочего Занзибара, потом захватили Вавру и увели куда-то в сторону Занзибара. Вавру решили вернуть рабочего. Так, он там уже генерала. Ну что, мы третьего набиваем, видимо. Пока спрячем. Ой, что-то, кстати, об этом чуде я не особо и подумал. Наверное, не нужна была. Ага. Какое-то бесполезное вообще чудо. Угу. Традиция, считаю, вот там видишь, чтобы побольше было. Она наверняка вообще. Так, немножко посидим. Спасибо. В развитии, видимо, поиграем. Самую капельку. Немножко вылечится армия. Вдруг тут что, какие-нибудь руинки будут? Ну, жена, конечно, помощнее стоит, чем моё-то говно мифиское. У меня тут еще леса были перед ним, просто я их вырубил.
Не, ну ты просто так вот реально так поставил, что прям... Ты его как поставил, прямо захотелось сразу коляски строить и бежать к нему. Блин, Берлин 8. Не слушай его, Пенни, ты хорошо стоишь, все в порядке, не слушай своего дядю. У меня еще цель была, чтобы ты город туда особо, ну, как бы у тебя с городами было похуже. Все-таки... Надо подселять соперников. Да и... Не, надо, я ж не спорю. Ну, ну и города, так сказать, чтобы на них не так легко было нападать тоже. О. Кайф. А тут, оказывается, лагерь бесхозный стоял. Спасибо. 50 монет, а мне, знаешь... Его 100 лет бил этот лагерь. А что ж ты тут всю армию около Мюнхена держишь? Я стоит бил этим лучником утром. А, кстати, на будущий вопрос. Раз в какое время можно... Что в какое время? Извиняюсь. Это там... А сколько секунд перед тем, ну, после того, как походить? Ну, последние секунды. Ну, сколько чтобы можно? У соперника было еще шанс ответить на твои ходы. Ну, хотя бы там секунд за 10. Просто идея в том, чтобы не ходить так, что соперник не может ответить. Я думаю, очевидно. Действительно, почему я всю армию около Мюнхена держу? Очень странно. Какое-то действие. Да, согласен. Не делай так больше. Мне, кстати, эти лучники не ото... вторые не отображаются иконки. Их нет? А, они есть. Все-таки поставил генерала. Ну а чё, надо же когда-то поставить уже. Сколько ждать? По мне странновато, как ты его поставил. Ну, хотелось бы поближе, я не спорю. Ну, у тебя была раньше возможность поближе. А раньше я думал, что я так заберу город, без того, чтобы ставить генералов. Ты понимаешь, что если ты раньше мне забрал город, я бы просто ГГ бы тебе написал, да и все. Ну, да. И что, то есть мне не надо было брать город? Нет, в смысле, тебе можно было генерала потратить на это. Нет, надо было копейщика вместо скаута строить. Потому что вот в тот момент город брался просто. У тебя там 3 юнита и все. А вместо копейщика зачем-то скаута построил. Я говорю, что у тебя странная логика. Город берется без генерала, а для чего его садить-то, объясни мне. Ну, во-первых, я не знал, будешь ли ты ГГ писать. Почему ГГ? Это все-таки игра через волю. Тут можно еще много. Как бы потеря города это тупо потеря поселенца. А у тебя еще места тут дофига. И что мне вот дальше? На самом деле я бы на твоем месте ГГ не писал. Не, ну все равно у меня тут, наверное, еще 3 города было. Все-таки.
Блин. Вот как же варвары любят появляться где-то не там, где надо? Все правильно, они появляются. Там, где надо. Не, ну, кстати, а может и тебе будет невыгодно, посмотрим. Убьет этот лучник. По кому будет стрелять, точнее, убить, то, думаю, ни тебя, ни меня не убьет. Я уйду оттуда. А, ты так решил уйти? Ну да. Так они точно тебя атаковать будут. Точно твоего скаута будут атаковать. Просто лучник чуть другой будет, а так... тоже варварский в каком-то смысле. Городом и композитом из города. Так, где у нас генерал? 13 очков. Блин, а что я сюда не сюда встал? Так, ну я сюда поставлю крепость. Он своим, наверное, генералом поставит. Но у меня все равно генералов больше-то. И тогда я смогу сюда, например, поставить, правильно? Ай-яй-яй. Ну, он ничего не может сделать, он уже пострелял. Черт, да, я вообще не видел таймер. Крепость тут при обороне дает бонусы, да? Да. Это же... Ну, соглашусь, мощная система с крепостью мощная. Да, блин. Еще думал спасаться. Ни хрена, у тебя там генерал? Что за это? Откуда? Ну на 50% боль... Ну слушай... Ладно, не спорю, я позже взял, соглашусь. Зато и скаут. Вообще забыл про скаута. Ну, меткалуками копье из крепости будет очень тяжело. Знаете, я даже хотя я уходил уже, блин.
Блин, я думал, только римский мирный, а он вон какой. Войну немцев убил. А, Катя, а чё Ватикан? А чё, интересно, что? Сделал такое? Ватикан решил за меня повоевать. Так, сейчас лечение следующим ходом. Ничего, попродавлю. Это, вот этот минус, по-моему, меткалук. Ну, стена убивает. Это почему? Тьфу, стена. Крепость почему так хорошо стоит? Потому что она наносит урон этим. Я, по-моему, этот минус должен быть. Сейчас увидим. Вот тут надо держать. Что у него? Так, хватит морить голодом Мюнхен. Что блокада, я не понял. Блин, может мне философию все-таки открыть ради моих уникальных... Ладно, дайте философию. Ты что-то далеко, долго было. Ведение войны. Ай-яй-яй. Так, блин, ну почему они там появляются-то постоянно? Ладно, 50 монет. Тоже неплохо. Так, ты что там по моей территории бегаешь? А, это ж уже твоя точно. Забыл. Плохо, не забывай. О, у тебя там... Это ты прям спрятал. Еще и на болото поставил, чтобы я точно убил. Не успел биться. Тебя как это, воруют душит или они только против меня второй фронт открыли? Душа? Я не знаю, ты Тимбукту видишь? Тимбукту? Томбукту или Тимбукту? Ну, я не знаю, но вообще-то Тимбукту по-русски, по-английски, видишь, Томбукту написано. У меня Томбукту подписано по-русски. Ну, в общем, вот над ним лагерь. Лагерь? А, он до сих пор есть, просто я его вижу, когда-то давно я его... Нет, это новый, появился недавно. Тот, который ты видишь, я убил. Не знаю, наверное, лечение надо. Я думал, не... Вообще, князечка, но этот меткалук того стоил. Странно. Кстати, меня удивляет, а почему... Значит, политика на... Значит, бесплатное содержание в городе юнитов, а заодно и увеличение их мощи боевой, это традиции-то. Почему не воля? Не знаю, можете Фераксис написать? Ну, смысл, какая тут логика? О, культурка Сварова. Кажется, почувствуй себя ацтеком.
Пожалуй, прокачаем немножко. Блин, тут бы дорогу, кстати, провести. Наконец-то лес срубил. Так у меня тут. Так, вообще мне бы мечника с другой стороны. Я вообще кап... Да. Опять сейчас будет уровень. Он сейчас по нему постреляет. Мне надо... Так, композит, композит. Ты не устал еще этого колупать? Нет. Нравится, да? Ну, есть такой фетиш. А блин, я ждал, пока ты меня убьешь этого юнита, и в итоге КС-ку так и не... Так, метка луков, продолжаем. Тут дорогу надо провести мне, но... Ну и... Хоть можно вообще применить большое количество железа? Что? Большое количество железа в сухопутной-то войне. У него вот столица, конечно, растет, а с другой стороны... Так, давайте я, наверное, куплю миссионера. Потому что это все мне дает деньги. Мне, кстати, нравится, что это... У меня грамотность 0, потому что я не открыл письменность. Тебе нравится безграмотным быть, да? Я правильно понял? Ну, ладно, просто атакую. Хватит по генералу фигачить. Кстати, был бы у меня побольше юнитов, может быть, реально было бы удобно. Так, три выстрела и все. Круче, правило любой обороны. Вот его прибежала коляска защищать. Шестьдесят семь монеток. Ладно, тут можно поставить уже на мечеть, я думаю. Так, говоришь, науки у тебя нету, да? В смысле нету?
говорил. Ну, ты спрашивал, у тебя наука есть? Типа, я подумал, что у тебя нету. Ну, как сказать, совсем, не сказать, что совсем нет, просто поражение. Немножко это уменьшено оно количество. Да, и прикол, ну что такое? Так, а тут открытое пространство, да? Так, ну что ты так трусливо убегаешь? Ну что это такое? Стратежно, а не трусливо. Да-да-да, оправдываюсь. Блин, просто лучника откуда-то еще достал. Устаревшие войска какие-то на фронт приводишь вообще. А что делать? Надо ж хоть какие-то войска в бой вести. Ну, как раз хоть содержание на него не буду тратить, а то... Так, ну надо как-то уже Мюнхен начинать обстреливать, не знаю. Блин, а чё я не вывел? А, фак. Так, ну тут я продолжу честь... не честь, волю закрывать. Понял, что две прокачки уже. А кстати, это что тот лучник, который твоего разведа убил, был? Сволочь. Лучник, конечно. Пришел хвастаться, да, сюда? Нет, пришел это... Так, давайте теперь... Перед людьми, так сказать, извиниться. Я что, все равно не стюардник. Из-за родственников. Скажу, почему нельзя своей жизни? Да? Почему что нельзя? Твои же улучшения, почему нельзя грабить, а? Пограбил, починил за один ход, и зашибись. Не слишком ли круто? Все нормально. Не, серьезно, куда рабочих девать? Что за... Дороги строй к Мюнхену. Да стоит уж дорога, чё с ней?
Да, блин, что-то у меня уже меткалуков слишком много. Так, опять лагерь, что ли, там появился? О. Я тут еще параллельно постоянно с Иерусалима дань беру. Просто армия стоит прямо под ним. Так, приятненько. Блин, вообще храм Зевса надо было построить, конечно. Мюнхен бы падал тогда намного-намного быстрее. Так, ну, по идее, следующим ходом должны забрать. Точно, надо будет не забыть дорогу сделать, и тогда копье отсюда добегает. Главное, дорогу закончить. Да, ну что-то армия у меня уже зашибись. Ну и подготовим посева сразу. Потому что Мюнхен мне нету смысла удерживать. Он даст намного больше несчастья. Ну чё, ГГ? Или дальше сопротивляешься? Феанор. Дальше. А? Дальше. Я не понимаю, какое ты слово сейчас говоришь. А, дальше. Понял, работаем. Три. Ну, кстати, я бы на месте Мюнхена поставил город, видимо. Потому что иначе, типа, на крепость неохота.
Ай-яй-яй. Спасаем. Так, а что я тут? У меня дорога проведена, можно прям ставить город. Не, все-таки ГГ. Че так? Да не, я просто, наверное, прыгнул целиком, ты просто дай, что пойдешь здесь и все. Ну да. Да я просто везде строю меткалуки и тупо иду. А так как я смотрю, у меня производство выше, плюс 15% от Артемиды. Дорогу ты мне построил, я так понял. Что тебе сказать? Кстати, вот последнюю, там, может, недельку несколько раз красный снег там собирались. Угу. Может, это тоже как-нибудь это... Может быть. Может быть. Ну, спасибо за игру. Ну, я думаю, здесь кстати, главное... Кстати, как, места еще на города были, если ты меня не пронес? Нет, не было. Ну, да, надо было мне как-нибудь так более сейфово что ставить. Ну, я бы тогда Иерусалим с Ватиканом просто забирал, чё? Ну, можно, ну, всё равно это не то же самое, что свои города. Ну, да, мне как-то активнее, что Россия, потому что я только сейчас пятый город повёл. Так ты вот именно что, решив меня подселить, я не считаю, что вот этот город, если бы это был, ну, вот эти драгоценности, единственный ресурс, да, для тебя, то имело смысл спешить. А ради подселения нет, у тебя вон Кёльн рядом с гемсами. Уже... И уж точно тебе надо было под Эльдорадо ставить. У тебя и Бухарест кучу культуры давал, и Эльдорадо кучу культуры бы еще давала. А так, ну, типа, ты подселил ради того, чтобы мне было проще твой город брать, получается, и все. Так ведь? Ну, в каком-то смысле, да. Ну, конечно, я зря, наверное, еще я очень зря пошел сразу всю волю закрывать. Не, почему? Это тоже рабочая фигня. Это мне бы приходилось на тебя нападать, понимаешь? А ты бы сидел в защите. А, кстати, а ты с воли тоже генерала взял? Не, я пророка. А, я еще и пророка взял, ну... Ну, я так хочу. Отъел у меня территорию. А, кстати, я на свою бывшую территорию пограбил, и наука даже появилась. Кстати, ну, я на самом деле, кстати, ты верховую визу открывал, нет? Открывал. Вот мне кажется, вот у меня лапа не верховая езда, я сейчас гораздо лучше. Почему? Во-первых, можно вот конями забегать, вот в тыл именно. Точные удары наносить достаточно. То есть я в первую юниту, там в стрелку убегает по лучнику, по коляске. И плюс я мог бы сверху забегать, там, перешейки грабить и все. Желание. Да, ну там этим варвары занимались, я тебе прямо скажу. У меня там гау сверху весь был разграблен. Да, ну ты сейчас понимаешь, ставить, да? Наверное, на пустынный холм ставить этот город целый. На пустынный холм? Ну да, кстати. С другой стороны, у тебя... И тогда у тебя еще сверху, наверное, город бы еще какой-нибудь влез, нет? Вот на железо еще можно было бы. Может, да, кстати. Кстати, даже возможно, тебе вообще именно на железо начальные. Что вот он реально, к нему как подойти? Снизу две клетки для обстрела и все.
Я вот хотел тебе, ну, наверное, лучше пустынный холм, чтобы у тебя железо, кто знает, да. Просто у меня была мысль поставить два города, чтобы тебе просто перекрыть к столице доступ, чтобы ты там колоссальный мог проходить. Так, что там скал там сверху мог проскочить. О. Ну, все. Хотя, все какие лесы были, кроме... У тебя сколько было на карте? Меха, драгоценности и специи. А, не, и сахар, 4. А, 4. Ну, я только серебро, алмазы, пряности и мрамор. Кстати, я мрамором практически не воспользовался. Плюс 15, так остается еще где. Да, да. Чисто одно это построил, чуть-чуть там начало забыть. А, пирамиды построил сам вначале. Да, мрамор это, кстати, крутое чудо, действительно. Чё ты мало чудес понаделал. Да я постоянно. Ну, стоит ставить какой-то удар надо. Вот, нет, надо реально пустыню ставить. И быстро еще одного посева делать. Вот так вот треугольник будет создавать и все. И это не берется, и после этого погнал. Посел в сторону Эльдора, еще один серебро. Ну, не серебро. 6 городов мощно. Может еще где-нибудь там сидеть стал. Вот, кстати, как тебя потом будут захватывать, ничего себе. Да тебе просто так надо было поставить и в развитие играть. У тебя же было бы больше городов и все, что. Ну да. Ну, в развитии там библиотеки построить, ну, все. Арта как раз таки очень хорошо будет работать, работал бы в таких условиях. Просто потому что перешей куски, я там двумя юнитами занялся, вышел, а артиллерия идет. А чё мириться? Зачем? Я сейчас как раз прибежал грабить всё. Я буду грабить. Ну, да, можно я... Ну, хотя, с одной стороны, то правильно было бы Харецку отдать, как культуру, говоришь, деньги. А с другой, я тебе его спалил в каком-то смысле. Так, а я ничего Бухаресту и не делал. Ну, да, ну, просто... Это очень крутой буст, между прочим, в начале куча культуры. Ты очень бы... Ты намного раньше меня посело получил. Ну. Я, кстати, еще с Иерусалимом протупил. У меня долгое время был, это... Короче, плохо настроен из-за того, что там дубовому походил. Я не мог ему защиту пообещать. Я так и забыл про него в итоге. Я так понимаю, тебе это очень хорошо с земля ничего не было. Ну, защита это, сколько, минус 5 к силе. У меня там просто, ну, вся армия стояла, поэтому Иерусалим просто периодически... Ну, наконец-то... Рабочие не будут постоянно мешаться. Ты их мог удалить? О, да. А, кстати, тебе еще надо было религию, мне кажется, не плюс 2 золота за каждый город, а, 100, а то, да. Что я взял. Я тоже про плюс 100 думал. Ну, кстати, да, плюс 2, как бы, когда ты упарываешься на воле, там это плюс 2 больше, плюс 2 меньше. Ну вот, грубо говоря, даже если у тебя
Даже если у тебя все четыре города были бы в твоей религии, например, сразу. Ну, то есть я там не 100 монет, я 67 получаю. А ты 8 монет вход бы получал. То есть это надо... сколько? Давай проще. Город дает 2 монеты, а получаешь 67 преобращений. Это 34 хода надо, короче, окупать. Дело даже не в окупаемости, а в том, что у тебя все равно будет слишком большой минус. Ты хоть чуть-чуть получить золото, которое ты там прожил за 3 хода на науку, это повыгоднее, чем. Мне это не нравится, это я пойду в традиции. Да, вот как-то. Знаешь, возможно, не такой уж и плохой был для удара город, то получал, если бы не вот это озеро Этиопское, вот, Милкин, там, Дидия, и то, что мне приходилось самому через холмы идти к своему же городу. Вот это минус. Ну, так тебе надо было и дороги раньше там строить, не отлынивать. Раньше, в смысле, к самому городу или вокруг, чтобы... И к самому, и вокруг. Ну, знаешь, наука хоть, это чуть-чуть подкрываться. Ну, что ж поделать. Да. Тут либо то, либо другое, надо как-то что-то выбирать. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!